Привет, друзья! Сегодня мы готовим перепелок с айвой. Посмотрите, какая красивая айва. Я прям женился на этой айве. Бамс! Что, друзья, умеете так? Какие мягкие кабаны. Их нужно надо резать и раздавить. Поливаем маслом, соевым соусом, и перец, и сахаром, кайву. Вместе с формой ставим пакет для запекания и отправляем в духовку. Примерно на час на 180 градусов. Смотрите, красотища какая. Фу, сахаром переборщил я. И все. Наша съемка завершена.